Так, ребятушки, всех приветствую. В третий раз на сегодня. По понедельничкам у нас аншлаг по информации. Карты необычные у нас по сочетанию. Ну, как необычные. Обычное таро, конечно, только сочетание какое-то сегодня прям такое попросилось. Как необычное, что-то интересное нам передадут. Вот так вот. Давайте посмотрим с этой таро Верхняка. Захотелось мне. Посмотреть. Знаете, был у меня комментарий на коротких видео, что эта колода Таро Веретника, это прям зло. Господа, товарищи, вы еще не представляете, как истинное зло замаскировалось шикарно под добродетель. А эти карты очень неплохо достают инфу. Ни больше, ни меньше. И картинки, кстати, здесь вообще не страшны. Чем больше у вас комплексов, тем больше для вас каких-то страхов надуманных играют большую роль. Итак, чего не избежать вам и вашим недоброжелателям теперь? Давайте поглядим, а что нам здесь сегодня передадут. А ну-ка, смотрите, я сейчас сделаю выкладку из некротаро. Вот два варианта, да? Вы же смотрите, загадываете, что для вас, что для недоброжелателей, правильно? Определитесь, пожалуйста, где вариант будет для вас, где для недругов, и напишите мне. Вот я, допустим, уже знаю по энергиям, где для недругов, а какой для вас будет. А ну-ка напишите мне первый для кого. Так, первая стопка для, давайте скажем так, те, кто развиваются, это те, кто не деградирует, то есть недруги. И я выкладываю сейчас третью стопку, потому что есть люди, которые занимаются воровством судьбы, перекладом, перебросом, перетягом. Вот что для них? Прямо вот здесь сейчас в эфире есть такие люди, которые целенаправленно сидят и занимаются этой хуйней, пытаясь сделать то или иначе. Вот теперь вам некуда деваться. Вот ваш вариант. Ни вашим, ни нашим, как говорится. Будете вне системы. Посмотрим, что вам уготовано. Давайте посмотрим, чего вам не избежать, ребят. Трансформация, блять, мы с этого начали, понимаете, мы туда и уходим. Будет распутье, будет смятение и высший суд. Чего вам не избежать? Дьявола вам не избежать. Проработки 15-го. Странный опыт, шок будете получать. Стремитесь реализовывать свои цели, а не по пути насилию и эго идти. Ну, насилие это, знаете, такое,
Короче, от комплексов избавляйтесь. Ведь ваши недруги, когда получают по загривку, это тоже насилие. Здесь получение определенной защиты. Чего вам не избежать. Если хотите, дружба с 15-м. С защитами. Так, смотрим. Распутье будет, ребят. Никуда не денетесь. Да, будете выбирать путь свой дальнейший. Выбирать свой дальнейший путь, ребята, будете однозначно. Здесь у вас будет чистка от людей, которые считали вас низшим сословием, себя мнили высшей кастой, по знанию, по социальному статусу, неважно. Они понесут расплату. Вы, видимо, будете отрекаться от подобных людей для кого-то, а здесь, так как здесь у нас присутствует вот эта вот игра шахматная черными и белыми пешками, здесь даже для деградантов им нужно отказаться от расплаты. Но, опять же таки, распутье и высший суд на это распутье, каждый выберет себе путь по его осознанности. Дружба с 15-м. Вот они могли услышать и думают, бля, да мы получим защиты. А я вам могу прочитать еще это по-другому. Вот и все. Судя по этой одной карте. Поэтому вы думаете, что вы пытаетесь перетянуть. Тут очень так интересно. А ну-ка, для осознанных, если вам отречься от расплаты. А вот вам наоборот надо эту расплату им нести, а не закрывать себя. Вот я вам скажу так. Не тратьте на них энергию. Здесь будут вставать вопросы с вашими дальнейшими поколениями, с детьми, с ныне уже имеющимися, с будущим поколением, с вашими проектами, делами, семья, допустим, да, дружба. Вам тут какие-то новости, ребят, будут. Новости о предательстве. Вам надо что-то будет подразгрести. За колдовство. Предательство за колдовство. Кому-то с каким-то практиком, наставником нужно будет разобраться. Видимо, того, кто нанимали, либо вы, возможно, к кому-то когда-то обращались. Человек неблаговидно повел себя по отношению к вам. Имеются у нас такие на ютубе, их чрезмерно дохуище, я бы сказала. Уже на очень многих мне приходили люди и такие вещи рассказывали, что мама, не горюй. Как относятся типа практики к людям и кем себя мнят. Здесь какому-то практику вы откостыляете, я вам говорю 100%. Те, кто отстаивают себя, вы прям как выверните что-то наизнанку и ах да ёб твою ты мать. Отодвинете вот этих вот каких-то одних недоброжелателей надменных. Возможно, это и есть этот практик. Может, он там годами, вы пошли на обучение, он годами с вас тянул что-то, понимаете? Вот. Если недоброжелателям, ну, здесь, конечно, уже все то, что они назаказывали, будет обнуляться. Ибо там ударит по их детищам. Да, поэтому они хотят себя обезопасить и могут на детей это перекладывать все.
Даже если так и будут делать ваши недруги, известие об этих атаках вы получите. Проклятие захочет переложить на ребенка через подселов. Ломать волю будет ради достижения власти. Тут вам не избежать драчки. Трансформация трансформацией. После нее вы активненько беретесь за, так сказать, засучив рукава. И начинаете разгребать то, что пришла пора вам разгрести. Против королевы мечей какой-то и императрицы. Как вариант, ребята. Просто как вариант. Возможно, вот что-то здесь вы будете прям нахлобучивать какую-то кобылу. Да, заставите ее более ответственно относиться к своей миссии, возможно. Вот так вот. И здесь женщина, которая отгребать будет по любятине. Вот так-то. Ее здесь какой-то мужик потом вдвинет. Да, король кубков превратится в короля мечевого. Вот они влюбленные. И она начнет сливать до тех пор, пока не скатится в безысходность. Вот так вот. Здесь будет много людей замешано. Два мужика, три женщины. Ее просто разносить будет. Поломаете все ее мечты, планы, надежды. Отсечение от рода даже может быть. И вот понимаете, как вот мне показывают, и вы, и она идете по пути знаний, но она шла, видимо. И был просто период, когда вы уравнялись. А потом каждый пошел своей дорогой. Вот на тот период вас считывали как зрелыми личностями. Но только один здесь дух внутреннего знания начал в одну сторону прокачивать, а другой получает неудовлетворенность от собственной магии, если хотите. Все, она, видимо, работать перестанет. Да, а у этой бабы магия была направлена лишь на свою девятку кубков. Блядожорство. Понимаете? Во всем надо преимущество за счет кого-то, за счет чужих знаний, за счет рода чужого, понимаете? Вершительница справедливости, судя по всему. Не обязательно, что это практик. Может, это просто колдующая бабца, которая по отношению к вам была резка, считала себя сообразительной, понимаете? Дело в том, что она... проницательная, активная. Это только видимость была. Ленивое создание на самом деле. И на самом деле всегда одиноко и несчастливо. Даже если в браке, в отношениях состоит. У нее всегда были новые планы за счет крадников. И теперь это все будет завершаться. Уж не знаю, что это за баба, но вы в этой драчке будете участвовать, видимо, прокачивать свои силы, свои знания, и пришла вам просто пора на другой уровень перейти, потренироваться, давайте скажем так. Здесь потренироваться, вот так вот. Теперь смотрим, чего не избежать вашим недругам. К духовности будут их возвращать из того учения, которым они поддавались просто-напросто. Кризис, бедствия будут теперь учиться по-новому, чему-то новому. Здесь, понимаете, новая профессия. Потому что придется прям обучаться, понимаете? Человек, видимо, создавал видимость того, что он что-то знает, умеет, даже в обычных профессиях, да, мирских.
то, что чужое крал духовное, чужие блага наработанные за счет каких-то там знаний в кавычках, да, будут его теперь учить тому, чтобы он сам нарабатывать. Да, здесь полное обнуление человека будет. Вот те, которые будут стараться еще как-то себя защитить, дальше что вам будет? К наставникам будут обращаться, ребят. Тут и наставник, и человек сразу получает по шершавой своей балде. Наставник, расплата, совет знахаря, к следующему бегут за колдовством, за дарами судьбы. Подло вываливая то, чего нет, люди сами в зависимостях. Здесь отомщение идет и практикам, и этим людям. Они в это по-любому верить не будут, пусть бегут, с ними разберутся дальше. Вот. Если же здесь по этому варианту вы когда-то влезли в неверное учение, вас будут качать к духовным аспектам. Там уже тоже вам выбирать, видимо, да, чему обучаться. Так. Смотрим теперь. Тут будет кризис бедствия, тут обучение новому, принятие новых энергий. Это для осознанных. Ой, здесь прям, знаете, определенные создания будут, еще и смертушка, будут прям приглашать в путешествие к преобразованиям, понимаете? Но, смотря ж какие преобразования и для кого будут. Одних просто подманят, пообещают им триумф, жизнерадостность, благоустройство. Прям смотрите, жезлы, кубки, пентакли. И пойдет у них отсрочка. Вот трансформация, если вы уже в духовности, в правильном учении, то здесь кризисы, бедствия ваши будут отступать. Почему озвучиваю так и так? Потому что... Та-ра-та-та-та-та-та, подмет судьбы, все помнят. Да, здесь отсрочка будет, дух сомнений, иллюзии, ребята, здесь, ну, заключение договоров будет. У кого-то будут горбатые договора, у кого-то подлинные. Все будет зависеть только от вашего кодекса. Одни будут заключать ради того, чтобы им выслужиться, перед темными, чтобы темные на них поработали, а другие будут заключать по иным аспектам. Решение скоро, чтобы решились проблемы. Вот хочу и сразу получаю, понимаете? Вот. Реально, ребят, кто-то заключит, если на недругов смотрите, здесь они в такие договора влезут, что они хрен с себя снимут еще. Это все захотят потом, знаете, отречься, отказаться, отмолиться, но они пойдут понимать, что они влезли. Для некоторых, кто смотрит на врагов, это для них уже актуально. Они понимают, куда они влезли, они боятся расплаты. Ну вот, и хотелось бы им, конечно, убрать эти трудности, и вот начинаются вот эти переклады, перебежки, а в какой бы нам рот влезть, а кто бы от нас побыстрее залетел, чтобы нам подфартило. Вы что думаете, вот эти недовыблядки, они же сейчас, блядь, бегают и ищут себе клуш и лохов для того, чтобы те поверили в истинную любовь. Если у вас недостаточно знаний, недостаточно интуиции, можете вляпаться в очень галимый, мерзкий, гнилостный род, обреченный на вымирание. Вас просто потянут за собой, и все. И ваш род просто потянут за собой. Потом начинаются вопли, слезы, понос,
Вот у меня ребенок с отклонениями, вот у меня дети умирают, вот почему это происходит. Потому что, девочки, уж без обид, думайте, от кого рожаете и с кем спите. Какой род и родословная у этого человека. Даже если бывают белые вороны в роду, бывает род гнилой, а человек то, ну, достойный вырастает и воспитанный, тогда да, он может поменять, и вы вместе с ним можете вообще переформировать древо рода, двух родов, кстати. Тогда это одна история. Да, здесь все равно свершится наказание в любом случае. Тьма поглотит абсолютно всех. Она не поглощает... Ну, это для того, чтобы люди пришли к ясности. Уж посмертно или при жизни, это зависит от того, кто куда там залезет, либо залез уже, да? Одни через тьму получат просветление, ну, а других она слопает. Покушает и, поверьте, не подавится. Давайте посмотрим для вот этих перебежчиков, которые мечутся. Скорее всего, те, кто уже во втором варианте здесь у нас есть, но они мечутся, они еще как вши пытаются прыгать куда-то, что-то делать. Ну, тут венчание прям сразу. Хотят новых договоров. Новые договора им придется заключать. Интересно, как карты легли. А вы знаете, вот они перетягивали чужое, да? Пользовались. И в итоге, во-первых, они видят мир искаженно. Во-вторых, у них идут, ну, нестабильность во всем, ложь, как они лгали, сейчас вокруг них это все заворачивается. Потери, риски, понимаете, грабежи, утрата имущества, утрата там ценностей, утрата до всего, всех. И они не способны завершить, закрыть договор. Вот о чем мы говорили во втором варианте. Вот вы посмотрите, да? Я же сказала, захотят снять договора, они снимут. Позиционировали себя верными, преданными, прям богатыми. Понимаете, все ради бабла. Чтобы прям со всех источников им бабло лилось, со всего мира. Богатство. У них как понимаете, у них все перевернулось. У них все перевернулось. А ну-ка. Это ж, наверное, думают, вот, мы сейчас тут опять подлезем в родовую систему и поделаем своих чудес. Раньше-то работало, типа перезаключение договоров, понимаете? Кого-то в уплату, а я еще поживу. Хотят к предкам духом рода или что? А предки духи рода, все закрыто. За надменность. За то, что по головам шли. Здесь отказ от этих людей предками идет. Люди в зависимостях. Через время их подлости все начнут скрываться абсолютно по всем фронтам. Даров судьбы хотят от предков. На публику люди могут каяться. Прям каяться, поклоны бить и вам, и в храмах, и еще где-то. Лишь бы им пришла помощь, лишь бы получить откровение, лишь бы ангелы-хранители защитили. И опять власть нужна. Нужна власть.
пытаются обратиться к кому-то за защитами. Чего им не избежать? Полной нищеты. Не смогут по пророкам бегать. Пророки бабла нынче хотят много. Тем более сейчас время удивительное во всем мире, да? Экономическая ситуация абсолютно все страны настигнет. Не переживайте, с сентября будет вообще веселуха. Если кто думает, что плохо, нет. Пока нам дали передохнуть чуток. Вот. Здесь, понимаете, платить тупо пророкам будет нечем. Путь нищеты. Ради того, чтобы исцелиться. Понимаете, здесь путь нищеты во всех сферах, ребята, во всех сферах. Ни семьи, ни детей, ни денег. Здесь тупое выживалово. Потому что рассудок помутниться может на несколько поколений, если их там оставят. А оставят, если кого-то из этого рода, только для того, чтобы дети в последующем будущем раскрыли причины этой отравы и дадут попытку это все исцелить. Ну и то там прохождение предательства за предательством будет. Ну вот тоже, да, обрекли своих потомков. Дитё будет расти и не понимать, с хера ли, блядь, я должен под этими защитами теперь сидеть. Но там ребенок, он докопается, что из его рода там мамаша могла чудить или еще что-то. И там уже будет, соответственно, другое отношение к этой мамаше, коль она там еще будет хотя бы на кровати лежать, срать и ссать под себя. Просто отвернуться и все. Если хватит ума. Вот, смотрите, что здесь вырисовывается параллельно. Вот я сейчас смотрю, мне показывают. Вот одна такая уволень. Может уже сейчас вот что-то вам... Да даже этот же расклад посмотрит. И будет настропалять своих детей, чтобы те отмаливали заранее. С детства. Ее же. Чтобы обрести удачу. Вот как это назвать вообще? Как это вообще можно назвать? Приговор здесь. Лицемерие по отношению к собственным детям разочарует эту барышню. Детям по сердцу, по желудочно-кишечному, по гландам, легким, по трахее может въебать, по зрению. И отомщением еще может шарахнуть, если мамаша такая какая-то догадается. Там очень много будет созданий, которые просто пожрут эту ветку молниеносно. Может, это бабка, может быть, какая-то, понимаете? С внуками такое проделывает уже. Так, смотрим дальше. Все верно говорите, но я не претендую на верность, я говорю то, что я вижу. И если, поверьте мне,
не если, а когда случится так, что в моем раскладе, даже для вас будет неприятная информация. Сможете ли вы тогда пройти трансформацию и написать то же самое? Верно, неверно. Для ней друг, как для ваших, неверно. У каждого своя правда. Вопрос не в правде, так как она у каждого своя, а в истинах. Вот смотрите, королева жезла, ведьма, понимающая материнский инстинкт, она уже ожидает трудностей. Беда, нищета, потеря идет. И здесь баба, которая бабло. Но вопрос в том, какими методами бабло. Лезть в чужие семьи, разрушать, чудить всякую непотребность, заключать договора, а потом моя бедная несчастная. Бог Шельм метит. Помните об этом всегда, когда особенно помогаете нуждающимся. Это вторая сторона вашей добродетели. Ее тоже всегда стоит иметь в виду. Путешествие отправляется для завоеваний. Для начала из болота должна будет выбраться и себя в контроле держать. Но опять же таки, нет. Быстро нужно, чтобы все решилось. Быстро не получается, ручки опускает и все. И опять у нас страх потери материи. А беда, нищета прям присутствует, прям за человеком по пятам идут. Здесь высшая сила и девятка мечей. Ну если в истребление пошло, то ну что ж ты хочешь-то? Или, допустим, девочки, вот ваша мамаша чудила, там, если уж у вас хватило ума мамаши своей помогать, не пойми в какой магии, теперь вы всполыхнулись, ой-ой-ой-ой, что-то надо делать. Вообще тяжелейшая ситуация. Ну, а если вы отстреливались, что ваша мамаша делает гнусные вещи и поддерживали ее в этом, то, ну, что ж вы потом, не робейте, принимайте уж все как есть. Здесь опустошение некой императрицы, которая в погоне за своими надеждами, мечтами, она в это верила, мол, я верила, это маме доверяла, балду на плечах надо иметь. Понятно? Балду на плечах. Если у вас не хватает яичек в свои 17 лет отсоединиться от родителей, вы ничтожество. И родители ваши деградируют, и вы. И вы превращаетесь в ничтожество. На определенном уровне это факт. Ничего хорошего это ни одной, ни второй стороне не несет. От силы задержаться до 20, и то это очень большая редкость. Это исключение из мать его правил. Понимаете, вы сами должны нести ответственность за свои деяния. Сомнения, иллюзии, сомнения во всем. А нужна ли она в этом мире? А кому она нужна? А что она на самом деле умеет? И умеет ли? А чего она достигла? А к чему она пришла? А что у нее получилось? А что она после себя оставит? А кому это вообще пригодится, то, что она после себя оставит? И к чему это приведет тех, кому она это оставит? Понимаете, это глобальные вопросы, которые могут уничтожить человека, если человек, если человек ни о чем внутри. Это не просто опустошение, это не дно. Это дыра, зияющая внутри. Вот оттуда и начинается прозрение. Вот смотрите,
с балдой-то не лады, высшие силы, предки отказываются, да, проблем куча, нищета валит, и мы в быстрое обучение валим. Валим, быстро обучаемся, изобретательными себя начинаем считать. И тут смертушка приходит и говорит, то ли ты трансформируешься, то ли ты за свои знания и чтиво получишь по балде. Нет. Ради преимущества хотят, понимаете, преимущества. Иметь преимущество во всех сферах жизни. Будут влазить в договора, о чем нам сразу показали. Смерть и сила. И еще верховная жрица. Ну, говорит, я зрелая личность, блядь. Влезет в очень интересные дела еще дальше. Знаете, это как... Вот человек достиг дна, и вдруг снизу кто-то постучал. И она такая, о, вот же ж выход. И еще глубже проваливается в деградацию, понимаете? И рот за собой тащит. Я, говорит, знания здесь добываю. Здесь, понимаете, ну, непроработанный... полностью закомплексованный человечушка, который начинает играться в зрелую жрицу с кучей знаний. Хотя там, понимаете, затронь чуть-чуть и посыпется все. Даже и сыпаться ничего не надо, потому что там просто мыльный пузырь вокруг этого человека. Ни жизни, ни богатства, ни счастья. И вот смотрите, она приобретет договора. Она даже может где-то там и деньги какие-то пойдут, либо выйдет за какого-то, да? Да, здесь прям заключение договора и королева Пентаклей, здесь брак может по расчету заключать. Да, ради традиций другого рода, в другую типа родовую ветку я перепрыгну. И тут неудовлетворенность идет, но а непроработанное непроработанного и притянет. Не важно, сколько у него там денег. Понимаете, и все будет слито на глупые, тупорылые капризы, как обычно это бывает. Угу. И вот она, охуенный маг-практик, сидящий в злоебучей безвыходности. Когда нет возможности двигаться никуда. И вот идет рассорка с абсолютно всеми эгрегорами, с каким-то императором. Ну, здесь она какого-то, знаете, возведет в ранг императора и все. И в нее сущие еще больше полетели. Здесь даже не дадут, захочет, может, беременностью удержать мужика. Знаете, что не дадут? Здесь такое какое-то уж, извините меня, недоброкачественная душа, которой не позволено на нынешних энергиях Земли войти вообще в мир живых. Там будет что-то темное и пиздец, пиздец, какое... Если, не дай Боже, упустить, не так воспитать, либо специально взращивать нелюдя, здесь очень такая обозленная душа. Вот. Даже будут препятствия по ее возможности, я же говорю, появиться в мир живых. А еще мне, если у нее есть дети... Эта душа еще и детей покосит, которые есть. Понимаете, это, ну, не знаю я, как вам объяснить.
Это как у двух улиточек, допустим, тупых. Должен родиться дракон. Только очень злой. Ну как эти две тупые улитки могут достойно воспитать? Понимаете, тут можно было бы переключить энергии на очень качественное, громаднейшее созидание, тем самым отработав. Но они не потянут, здесь просто разрушения идут. У них неприятие того, что никогда уже в триумфе не будут. Магия не понимает, не работает. Они не понимают, почему она не работает. Они такие быстро делают, до хера этой магии делают. И только в воспоминаниях сидят, как же там было хорошо, а вот раньше же получилось мне достичь триумфа, вот теперь я опять точно так же заработаю. Ну, как бы мне благоустроить это все? Нет, ребятушки, здесь... Знаете что? Здесь этот человек в итоге будет разрушать родовую ветку и других людей, и свою, даже остатки, которые там, на которых оно будет держаться, если будет держаться в живых. Здесь будет подселение к этому человеку, которое создание, дух определенный, который будет учить брать ответственность на себя. Но это ж не так, что к вам пришли, да, и говорят, вот, к таким они не придут. Четко, конкретно рассказывать, что к чему. Они действуют по-другому, они просто, ну, человека не хватает благости для того, чтобы... иной мир, более тонкий, связался с человеком, да, и конкретно объяснил ему, что к чему и почему. Здесь будет такое создание, которое будет учить ответственности этого человечка. Ответственно принимать, взвешивать решения, а не так бухты-барахты, хоп-хей-ла-лей, да, в дырявом кармане без пары рублей, блядь. То есть, ну, там много чего интересного. Это знаете как? Вот третий вариант – это такие души, которые рождены в роду для отпахивания. Понимаете? Отпахивание. Просто пока эти души… Они будут страдать всю жизнь, блядь. Они как утиль заранее приходят. Для этого нужно понимать и знать, в какие и года… И, извините уж, лучше не планировать беременность, уж тем более роды. То есть осознанно к этому подходить, иначе вы притягиваете такие души, а потом сами обалдеваете. А за что мне это? Да за то. За то. За то, что люди прекратили осознавать... что на самом деле очень ценно, а уж тем более они помнят, как подходить к этому, как притягивать достойные души, а не по залету, либо еще как-то, либо ой, да получилось, блядь, и тому подобное. Здесь вот третий вариант, это баба, она изначально рожденная была для отработки родовой, потому что ее родители до ее появления занимались хуетой магической. И она пришла для чего-то в этот род. Чему она их учила? Вот третьему варианту, кстати, могли, знаете, вот так вот, ну, жопу выцеловывать и до 60-летия, до 30-летия родители. Этот ребенок как провоцировал своих родителей, знаете, надо было научить
добиваться удачи самостоятельно, а не за счет мужа, брата, отца, блядь, магии, понимаете? А она, ее поглотила эта херня. Просто гнилой рот поглотила и все. И она не прошла, видимо, свое. Да. Не прошла она предназначение, и теперь уже, ну, другая сторона. Тут по сердечной чакре, ну, хорошо, если и расплата идет еще. Знаете, как потаскают хорошо, может, пару раз сердечный приступ будет, пару десятков раз за жизнь. Микро, макси, вот это все. Знаете, будут вытягивать, и жизнь будет давить, давить еще больше. И здесь вот женщина по этому варианту, она так и умрет, в принципе, душа будет в неведении, нахуй я сюда приходила, для чего, что я тут оставлю, с чем я ухожу, да, с какими знаниями, или для чего я тут вообще сюда пришла. Такое вот, блядь, ни о чем. Просто ни о чем. Хотя зачастую на публику они мнят из себя там знающих, еще каких-то профессионалов своей профессии, допустим. Неустойчивые личности кардинально. Но зато как баловаться перебросами судеб, это, блядь, тут к бабке не ходи, прям высшие силы показали истинный путь, как надо действовать. Такой вот ход мыслей, товарищи. В комментариях пишите, как у вас это все проигрывается. В чат, ребят, не всегда я могла смотреть. Практически все время не смотрела, кроме одного момента. Вот. Осознанным добра и любви этого мира, ребят, что уж там. Остальным, как бы, все здесь мы уже посмотрели. Всем пока-пока.